Еще об одном деле, которое расследуют уже больше 2 лет. Об избиении активного участника Евромайдана, волонтера и музыканта Василия Рябко. На него нападали 2 раза. Есть и подозреваемые, и свидетели. Но дело почему-то разваливается. Его коллеги написали открытое письмо министру Авакову и генпрокурору Луценко. Светлана Шакера подробнее. 22 февраля 2015-го. Марш достоинства в честь первой годовщины победы Евромайдана в Харькове. У Дворца спорта на обочине взорвалась спрятанная в снегу бомба. В этом теракте погибли 4 харьковчан. Шокированные евромайдановцы собрались в одном из пресс-центров. Разговор шел на повышенных тонах, вспоминает один из координаторов Евромайдана, музыкант Василий Рябко. Мене схопили за руки, 2 особи тримали, 2 били. В результате мене поклали на підлогу, і останнє, що я бачив, якраз, що мене ногою по обличчю б'є, і вже я прийшов до тями, коли мене піднімали друзі там. Василію сломали челюсть і лицевые кости. Он написал заявление в милицию. Еще тогда его коллеги отправили главе МВД Авакову открытое письмо. В соцсетях министр заявил, взял расследование под личный контроль. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Є потерпіла особа, є свідки, які все бачили. Є встановлена особа, яка завдавала удари, є експертиза, яка встановила ступінь тяжкості нанесення цих ударів. Що необхідно зробити слідчому? Ну, хвилин 15 по пробках доїхати до суду та передати матеріали справи. Вот только фото находившихся в розыске подозреваемых с сайта МВД исчезли. А в ноябре 2016-го на Василия Рябко напали во 2-й раз возле его дома. Зі спини напали и начали бить. Там первый удар был в скроню кастетом, я так понимаю, потому что там просто дырка в голове была. И далее просто ногами добывали, я закрыл голову руками. 2-е нападение тоже не расследовано. Уголовное производство закрыли. Відбулася реорганізація, и того органу, який відкрив провадження, вже не існує. Милиция уже не существует, уже новая полиция, а полиция не открывала. Евромайдановец обратился за поддержкой к друзьям-музыкантам. Те написали новое письмо Авакову. Звертаємося до представників правоохоронних органів та прокуратури з вимогами. Перше. Завершити нарешті розслідування та передати справу номер такий-то до суду та розслідувати 2-й напад на Рябка Василя. А кроме этого, провести беспристрастную проверку полицейских, которые тормозят расследование. Письмо подписали 22 музыканта и писателя. Аваков на обращение пока не отреагировал. Светлана Шакира, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков.